Добрый вечер. Сегодня хочу с вами сделать ужин на скорую руку с курочкой и картошкой. Курицу я нарезала небольшими кусочками. Теперь добавляем майонез и аджику. В аджике очень много соли, поэтому соль можете не добавлять. Все мы хорошенечко перемешали и пока отставляем и займемся картошкой. Картошечку мы порежем на крупные кусочки. Лучок мы порежем полукольцами. И заправим это майонезом и сманской солью. Лучочка с лучком порезаны. Уже со специями. Курочка помариновалась в это время. Укладываем на противень. И отправляем в духовку, разогретую на 180-200 градусов, на 35-40 минут. Пока курочка с картошкой запекается, сделаем очень-очень вкусный соус. Нам нужна сметана, аджика и 3 дольки чеснока. На баночку сметаны 200 грамм кладем 2 чайные ложки аджички и выдавим 3 зубчика через пресс. Это хорошенечко перемешиваем. Вот наш соус и готов. Курочка наша с картошечкой запекаются, уже скоро будут готовы. Наш ужин готов. Курочка с картошечкой зажарились. Ароматные, румяные. Соус тоже готов. Всем приятного аппетита и всего самого-самого лучшего.